В Армении убит российский военный Иван Новиков, служивший на базе Министерства обороны России в городе Гюмри. Тело Новикова, сколото резанными ранами, было обнаружено утром 15 июня неподалеку от воинской части, на территории мемориального комплекса «Мать Армения». На место прибыли как российские, так и армянские следователи. Глава полиции Ширакской области Армении Григор Амирханян, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что на теле погибшего огнестрельных ранений не обнаружено. В тот же день представители российского военного командования заявили, что преступление раскрыто. В убийстве подозревается сослуживец Новикова. Подозреваемый задержан. Вот. Сейчас с ним работают следователи, дает показания. Вот. Никаких претензий, никаких там к армянской стране у нас нет. А он военнослужащий? Да, тоже военнослужащий по контракту. Российская сторона утверждает, что убийца дает признательные показания, а само преступление носит бытовой характер. По одной из версий, трагедии предшествовал конфликт между новобранцем Новиковым и старослужащими контрактниками. За последние полгода это уже второе тяжкое преступление, в котором фигурируют военнослужащие российской базы в Гюмри. Здесь же служил Валерий Пермяков, признавшийся в убийстве армянской семьи в январе этого года. Жертвами той трагедии стали пятеро взрослых и двое маленьких детей. В Армении тогда прошли многотысячные акции протеста с требованием выдать Пермякова армянскому правосудию. Следствие до сих пор не закончено.